Ну, привези что-нибудь с Таиланда. Ты же в Таиланд летишь, да? Да, я в Таиланд лечу. Ну, привези что-нибудь. Говорю, ну что? Ну, манго какой-нибудь. Или ананас. И вот постоянно я вот это слышу. А меня просили. И все везут вот эти вот фрукты. Да, хорошо, я привезу. Я знаю, что тебе привезти. Кое-что такое. Он скажет, что? А ты говоришь, трипер. Я тебе привезу трипер тайский. Или сифилис. Чтоб ты меня больше не просил, чтоб я тебе что-то привозил. Всем привет. Вы на моем канале. В общем-то, я сейчас нахожусь у себя дома и решил снять видео о том, что лучше привезти с Таиланда. Уже я как месяц назад вернулся с Таиланда, и, в общем-то, когда мы были там в Таиланде, люди постоянно, ну, в общем, уезжали, да, приезжали. Я месяц находился в Таиланде. И постоянно ходили на рынок, брали фрукты, то есть манго, как положено, да, там, ананас. Ну, в общем, набирали всяких таких экзотических фруктов, которые у нас нету. В принципе, это, конечно, хорошо привезти домой фруктов, особенно манго, да, вот я, допустим, тоже люблю манго, я привозил манго, но в прошлый раз, точнее, в позапрошлый раз, я как-то решил, что везти такие фрукты, ну, вообще, в принципе, фрукты, это не очень выгодно, потому что очень большой вес, ты их привозишь, и через 3 дня у тебя их нет, потому что кому-то ты раздаешь их, ну, сам съедаешь тоже, и, в общем-то, как-то получается, что быстро все уходит, и смысл их везти, да? Хотя я это давно уже понимал, что смысла их возить-то нет, и я их, честно говоря, особо не возил. Вот как-то один раз я уже просто помню, что я думаю, ладно, вот взял чемодан с собой, думаю, сейчас привезу манго. И привез, короче, манго, 8 килограмм я привез манго, и понял, что, блин, больше я этого делать не буду, я больше не повезу это манго. В общем-то, вот решил сделать видео о том, что лучше повезти с собой, да, что лучше привезти. Я, в общем, привез с собой спайси, специи. Вот пошел я, в общем-то, в Big C, такой большой магазин там есть в Таиланде, гипермаркет, и купил себе 5-литровые канистры специальных тайских соусов. То есть это рыбный соус. Если кто-то не знает, в Таиланде есть рыбный соус, который усиливает вкус еды. Вот такой канистры хватит вам, я не знаю, на сколько. Вот я уже целый месяц готовлю, целый месяц добавляю, и у меня, вот видите, сколько ушло. Вот столько только у меня ушло из канистры. И стоит, я по акции купил за 115 бат. Вот 115 бат стоимость данного соуса стоит 144. Я по акции в Big C взял за 115 бат. То есть это очень вкусная штука, она похожа, как, знаете, как мой усилитель вкуса. Она, ее добавляешь немножко в салат, допустим, не в салат, а в рис, в гречку я вот добавляю. Я вот, допустим, сейчас готовлю гречку. Гречку с курицей я тушу с луком, со специями, с тайскими. И вот это вот добавил, вот этой шняги, это соус рыбный. Там рыбы, на самом деле, он не пахнет. Но получается так, что очень вкусная еда. Второй соус, который я взял, это чили, спайси, сладкий, да? Sweet chili, вот написано. То есть это сладкий чили соус. Тоже очень вкусный. Вот так он выглядит в банке, я в прозрачный, да, я его перелил сюда. То есть те, кто ходил на ночные рынки и ел еду тайскую, там в пакетиках вам обычно такой же давали, наливали. Только здесь он прям вот натуральный. Потому что там все кусочки, там чеснок плавает, видно, плавает перец сладкий, острый перец. В общем-то, вот это самый настоящий тайский чили-соус. За месяц я его, конечно, уже побольше ухлопал, потому что он расходуется больше. Но тоже очень выгодная штука с собой везти, да? То есть, представьте, вот весит он 5 килограмм, допустим, да? Там сколько, 6, не знаю. 6 килограмм вы привезете фруктов. Ну, эти 6 килограмм фруктов, вы просто быстро, у вас все это уйдет, выкинется. Особенно если там косточки всякие, очистки. Я всегда ругался с людьми, спорил там, да, вот нафига вы, говорю, везете, возьмите лучше то, что я вам советую. Да, вот нет, все равно брали всегда фрукты.
Что еще можно привезти? Вот, пожалуйста, тоже специи. Это получается перец, можно так сказать, тайский. Тайский перец, он стоит вот такая большая, огромная упаковка, килограмм весит. А нет, 500 грамм, извиняюсь, вру. 500 грамм. Стоит она что-то 70 бат, что ли, по-моему. Тоже в суперчипе я ее беру. Ну, можно и в Бикси, наверное, найти. Я в суперчипе беру. Суперчип – это маленькие магазинчики. На Патонге они находятся. Там около 3 магазинов есть, наверное. Есть маленькая упаковка, точно такая же, только маленькая упаковка. Это если кому-то вы это хотите подарить. Стоит вообще, такая, по-моему, вообще стоит 20, что ли, бат. Или 18. Ну, в общем, вообще, понты, недорого. У нас будет в России здесь это очень дорого стоить. Думаю, такой пакет будет стоить, ну, я не знаю, ну сколько? Ну, 500, ну, минимум 500 рублей, наверное, будет такой острый перец стоить. Полкилограмма. Можно привезти с собой чай, потому что тоже он весит мало. Вот здесь вообще принцип в чем? Привези побольше. Принцип в том, что привезти побольше, да, и надолго хватило. Ну, я так считаю. Ну, смысл, если вы, конечно, летаете в Таиланд там каждый месяц, да, то понятно, вы можете и фрукты возить. А если вы прилетели там раз в полгода, раз в год, ну, нафига вам эти фрукты там 3 дня пожрать? Я говорю, люди, ну, да зачем вы это делаете? Привезите вот с собой специи, вам хватит на... Не знаю, на сколько. Вот тот же самый чай можно с собой привезти. Но чай тоже надо знать, какой брать. Не каждый чай там вкусный, да, и, так сказать, настоящий, что ли. Бывает чай, где одни ветки, то есть листьев мало. Вот этот чай, он хороший. Там много разновидностей, много видов чая. Надо знать просто, где брать. Сейчас я вам не покажу, не расскажу, потому что я не в Таиланде. Но, может быть, потом когда-нибудь я, если даст жизнь, да, будет возможность... Всевышний, так сказать, позволит еще раз летать, то я обязательно сниму про то, что привезти с Таиланда, где что снять, где что взять, точнее, и что с собой привезти. Но, как видите, в общем-то, вот месяц прошел, и запасов еще хватает намного-намного. И это при том при всем, что я еще привозил, не знаю где, я еще привозил вот такие вот бутылки с собой. У меня было много с собой таких бутылок. Мне даже пришлось, по-моему, 3 или 4 таких бутылки оставить. Тут были тоже такой же соус был рыбный. И был вот этот соус, который у меня здесь в бутылке нарисован. Это лайм. Сок лайма. 45% сок лайма. Он добавляется в блюдо. В общем-то, особо мне не понравился. Но в некоторые блюда, в тайские, он действительно необходим. Его необходимо добавлять. Но в следующий раз я навряд ли повезу, хотя его очень хорошо можно использовать, напитки делать. Ну, в общем-то, с водой, с чистой, с дистиллированной смешиваете, добавляете, может быть, меда чуть-чуть. И вот получается офигенный освежающий напиток с утречка, там, с будунса, можно очень хорошо им освежиться. Есть еще вот такой соус, и я привез, это какой-то устричный соус, насколько я понял. Наверное. И Polar Birds — это вот такая компания, которая делает Oyster. Вот этот Oyster. Oyster — это у нас что? Устричный. Надо перевести, в общем, я не знаю это слово. Oyster. В общем-то, вот такие дела. Как видите, все вот это, наверное, весит, ну, килограмм, не знаю, ну, килограмм, да, на килограмм 12, может и больше. Но можно еще было бы канистру даже взять одну большую. Если вы в Аэрофлоте летите, 23 килограмма, я думаю, можно много с собой привезти. Так что вот ловите лайфхак. Думаю, что покажу потом, где, или на видео, наверное, оставлю ссылки, где можно взять это все, где это можно все приобрести. Хотя, что говорить, Big C магазин находится на Патонге, самый ближайший пляж Патонг, и торговый центр Junk Ceylon. Junk Ceylon, и там в Junk Ceylon есть такой Big C, большой гипермаркет или супермаркет даже. И в этом супермаркете вот можно найти такие канистры в отделе, где продают всякие специи, соусы. И их очень выгодно брать, действительно. Выгодно. Ну, вот и для примера еще скажу, что вот такой соус здесь мой друг брал. Вот такую вот, наверное, бутылочку. Примерно, да? Размером. Вот как вот эта вот бутылочка. Вот
Вот такая бутылочка стоила, по-моему, 100 рублей или 150 она стоила. Вот такая бутылочка маленькая, которая вмещает там 150 миллилитров, а здесь 5 литров. Вот представьте, сколько я потратил. Значит, 230 рублей я потратил, да? 115 бат, это 230 рублей. Значит, получается, я посчитал, вот таких вот 150 миллилитров, здесь 5 литров, да? Получается 33 бутылки вот таких вот. В одной такой большой канистре. А, ну да, тут 4,5 литра. Ну, будем говорить тогда 30. Ладно, округлим до 30. 30 таких вот будет баночек. И это получится 4500 рублей. Ни хрена себе, да? То есть, понимаете, разница. Я заплатил вот за эту канистру 250 рублей в Таиланде. А здесь бы вы за нее заплатили бы, если покупали бы, вот, грубо говоря, вот по таким вот бутылочкам, да, покупать, которые мой друг купил за 150 бат, за 150 рублей здесь, это получилось бы 4500 рублей. Вот такая канистра здесь бы обошлась бы 4500 рублей. Вот вам и выгода. Поэтому, ребят, ловите еще один лайфхак и поступайте по-умному. И реально, это не просто какой-то там соус какой-то непонятный. Получается очень вкусное блюдо. Вот я сейчас приготовил тут гречку, потушил, да, с курочкой. Ну, я порезал мелко-мелко, ну, некоторые кусочки, которые мог, мелко порезал. Половина курицы, да, то есть вырезал там грудинку, ножку. Добавил, конечно, кое-какие специи, там немножко перца тайского добавил. И добавил вот этого вот соуса, вот этого рыбного, который усиливает вкус. Ну, я вам просто реально говорю, что получается просто офигенная там гречка, рис. Ну, вот если вы положите человеку, да, в тарелку, он просто, ну, просто она на него проглотится, он не поймет, да, даже что такое, почему такой вкусный рис, почему такая вкусная гречка, блин, я такого никогда гречки не ел, я такого риса никогда не ел, то есть он даже не поймет, почему, что такое, что туда добавлял, или что такое, сорт какой-то. То есть очень вкусно, я реально вам советую брать вот эти вот соусы с собой, привозить всегда. Ну все, всем спасибо за просмотр, пока, подписывайтесь на канал, буду еще что-нибудь снимать, думаю, в скором времени, может быть, я буду уже расширю свой сказать так, информативность, не только о Таиланде буду снимать, а может быть, открою новый канал, или на этом просто я буду о чем-то другом рассказывать. Но пока вот, пока только все, что связано с Таиландом. Ну, в скором времени, думаю, что, надеюсь, буду разговаривать и общаться о более высоком, более интересном, а не только о Таиланде. Все, всем пока, счастливо, подписывайтесь на канал.